это невозможно. И когда мне начинают говорить, других миров не существует, это только придумки, потому что кто-то их не видит, и ему кажется, что это чья-то воображаловка. Я, наверное, раньше могла бы с этим согласиться, но сейчас никак не могу с этим согласиться, потому что если я вижу другие, никак не могу согласиться с тем, что их нет. То есть, ну, это понятно, что уже все без вариантов. И, конечно же, я с огромным удовольствием и вам расскажу, покажу, что такое эти другие миры, как они... как их можно увидеть, как их можно почувствовать, и для чего они вообще нужны, эти другие миры, потому что на самом деле другие миры мы видим не потому что, вот мы такие клёвые, такие здоровские, и мы научились смотреть в другие миры. Другие миры – это наши проработки. Это наши проработки, когда мы не понимаем, что с нами происходит. Это я только недавно сама по себе это узнала. Другие миры – это когда наши непроработанные какие-то ситуации, бывает такое, что тянется какая-то ситуация, да? Вот ее вроде всю уже проработал, обо всем уже с собой договорился, все уже вроде бы сделал все для того, чтобы она не повторилась. Но ты понимаешь, что она с каждым разом вот там либо там выскакивает. Это как раз она выскакивает именно тогда, когда у нас не проработана одна и та же ситуация, какая-либо ситуация в других реальностях, в параллелях, в зеркальных мирах. То есть у нас есть их несколько миров, которые вы тоже научитесь видеть. И когда мы прорабатываем в ситуации, например, с родом, да, очень часто же мы ведем проработки с родом, разными методиками. И на этом ретрите мы как раз делали проработку расстановки по хелингу. У нас Кристина была такая просто огонь. Девчонка огонь. Вот. И она как раз делала нам вот эти вот расстановки. Мы же когда их делаем, мы же прорабатываем энергетически свой род. То есть мы прорабатываем энергетически свой род. Не выходят люди на сцену, не которые нас знают, не которые знают нашу ситуацию, а которые чувствуют в определенном поле, что происходит. Но это поле, это из другой плотности. И это нам тоже нужно понимать. И когда у нас идут проработки из другой плотности, о чем мы тогда говорим, если это не другие миры? Если это не здесь и сейчас. То есть этот мир – это здесь и сейчас. Если мы здесь и сейчас не можем проработать, то что мы прорабатываем? Прорабатываем то, что было, это из какой субстанции тогда? То есть мы сами себя постоянно обманываем, мы сами себе постоянно что-то пытаемся сделать так, что вот этого не существует, это не существует. Но вот с этим я проработаю, но его я интерпретирую вот так вот. Ерунда это все. Когда мы начинаем себе признаваться по-честному, то тогда перед нами такие грани открываются, что это просто... караул.